Наводчика поставьте и хунта. У нас поле приз. Еще есть колос. Убейся. Пойду побегаю. Слишком мощный был. Это церковь. Ну, сейчас танком надо меняться. Скоро у меня будет другой рыцарь. Там, по сути, он должен работать 50 с чем-то тысяч секунду в этой хуйне. А 6 вроде тысяч. И действие что-то 5 секунд. Не, я просто косты сбиваю, ты чё? Просто делать них. В конце концов, все вы будете слушать мне. Сзади бейте, бейте. Там нашел меч под кухней. Использовать эту способность.
Копан сзади. Да ты, конечно. Ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить в обитель Адина. А рыбка её? Подожди, да. Ауру какую-то включите, ребрики. Консершип. Консершип, РДД, блядь. И, малышка, беги! Хрена себе два щита.
вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы! Нужно подойти поближе. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, скорее выберете иной путь. Дайте престобаф. Чтоб на ребре не было престобафа. Да уже все, а не половые. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Не это благословение! Другое лево. Ты не в силах противиться своей воле. Забей. Кота, контрольте. Добейте приверженца. Ты не в силах противиться моей воле. Поздно. Спасибо, Слава. Ты сказал, они делают только сказал. Нет.
Ваша смерть неизбежна. Чё, никто даже не резнул, побежали. Я сейчас постою. Я сиди, иди, я резну. Не все. Тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Слышь, завтра мы ульду попробуем потусить. Прав, тут люди про Ульдуар пишут 10. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ортрон, взлетаем. Чё не собирался? Вы видите? А 25-ку обычку одну берем. Проходим. Две не успеем, Бадера. Нет, твое чё. Все два раза одновременно, да? В четыре окна рейдем. И оба на хилах. И оба РЛ. Вечерний намаз.
Кто-то что-то сказал про намаз? Да, послушался. На Крамас сказали. Ты боку Прощай. Как обратно? Мы поражены вашей неудачей. Кикай, Дима, нахуй. Как обратно, блядь. Так не открывают пока. Я смотрю. Дальше кадр. Шкафуйте. В любом случае, если мы... Поставила шкаф, а у меня что-то сбилось. Ждать надо. Дети от сундука. Да. Кстати, с кем-то недавно с ними были. Я себе приобрел. Норхран, выдвигайтесь. Саранит, пацаны. Только что... Хоть бы выиграть, хоть бы выиграть. Отец, перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим... Маги, дайте им турбо. А эта голова есть. Вообще кому-то идет? Здесь, чтобы забрать его тело. Рыба есть? У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его... Да, наверное, джунглы как-то разойтись. Что значит сердце Дренора? Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала. Портал один. Это я куплю, а где Сурфан? Я или выжил, он остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Да убьем мы твой трэш, блять, не еби мозги. Что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Сусло, дай горн, пожалуйста. Неподходящая цель. Я не могу атаковать эту цель. Это норм, я уже дал. Герби. Долго убивали.
О, плащик. Ребят, такой вопрос. У нас Гильдаль, ШПшка вроде, а забрала Киловской плащ. Нет, я смотрел только что РК. Попроси, все. Знаю, я и в ШП в нем бегал, когда не было лучше ничего. Да, только кому-то он бесовый. Ну, блять, там же статы нормальные, из ПДХа стат, что, не надо они ШП, что ли? Я помню, блять, протопал вставил камни на меткость, не заебывал таунтами мазать, пока не поставил символ. Рома Джейми увидел, говорит, сука, ты на хасту еще поставь, долбоеб. Блин, он, судя по всему, не хочет отдавать. Он его одел, у него был конченый плащ. В чем дело? Он нормально ролил. Отлично. Трамбон, эрдру. Да блять, это то же самое, что предъявлять хилам, которые ролят шмот без МП5, что это РДДшный шмот. Сзади. Не передавай, не слушай. Они грида какой. Трамбон. Вот именно, и зачем такое нытье за мод с обычкой, это жесть. Какой долго он его с Геры заберет, который в Гере нахуй там никому он не нужен. А, с Вальки ролит до хера кто. Какие-нибудь просто два ролла уже и все. Кто сролит, тот сролит. Я отдал, все, спасибо. Мы же все отдал. Зря, я бы нахуй Войда послал. Заберите, бля, пожалуйста. Я, блядь, мобов забери, сука. Кому как?
Это вообще две разные вещи, Вой. Ну, не-не-не. Если у тебя стоит плащ какой-нибудь ёбаного ППГ, нахуй, там СПД только будет в 3 раза больше. Короче, нихуя ты неправильно говоришь. Ну, мне вот тоже в прошлой гильдии рассказывали, что шея с ребрада идет фаеру. Да нет. Когда я ролил ее тоже на эрдру. Рел отдал фаеру, я ливнул. Ну что значит, да нет, дружище, ты сейчас то же самое говоришь, что ШП забирает вот этот плащ, это то же самое. Так что не неси чушь, отдайте друиду реально плащ. Так отдали, уже все нормально. Брать фаеру без крита шмот, это вообще... Да, да, да. Так про ШП то же самое говорят. Там если же я дух... смотрю, что я, блядь, все загеймены в крит, нахуй. Попробуй. Нужно больше ярости. И достаточно ярости. Если б я шел с ШП и сролил этот плащ, я хуй бы его отдал. Ну, давай проверим. Слишком. Отлично. Ну, я просто после сурка пошел бы ФКшить до Геры тогда, если бы мне не отдали, если бы я его вырыли. Так я ж не говорю, что так все должны мыслить, я просто высказываю свою точку зрения. А есть тотем защиты от сил природы? Такой вопрос. Я его в баках не вижу, потому как рейд падает. Сейчас получите! Три шамана. Да. Кто упал сейчас, расскажи им, Черничка? Черничка. Ты знаешь, от чего она упала? Она собаку агрила, значит танки не держали. А ты винишь хило. Я виню не хило? Я... О, все есть. Ну, они посмотрели. Ребята, чтоб лажать. Все, ладно, не выдумывай. Он тело упало. Ну, трэш собрал. Он 3 секунды хватает, чтоб рейд поднять. Дайте кто-то мне. Смешно, блин, каждый раз одно и то же. Сейчас дайте фонтан.
Аску предсказать. Разве в обычку можно выбегать на рейндж? Мы учимся. Что ты там про хента пизданул? Толстый, блядь. Дайте крест, блядь, паладины. Это ГП. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море, хоть плыви по ней в круиз. Айс-приз. Ого, да я поэт. Потрясающе. Ресик.
ну, блядь. Да. Да. Умеет ключи есть. Даже с защитой. Чем надо это делать на мане? Всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Не было. Сердечко за дверью умрет. Без камня? Ну ладно. Его зачарить. Ну что? Это Ярослав. Там это, там черничка там. Да. Отличные новости!
народ. Я усовершенствовал штам чумы, который уничтожит весь Азерот. Сейчас я могу использовать эту способность. Устаю. Я думаю, что он несет. Я вам открою. Не успел немного допить. Слава, у меня сестры пропали, я не смогу забрать. Я заберу, если что. Сестры пропали. Скажи мне там, что оставляют. Нормально, зато босс сломался, играй давай. Я умер. Я заберу, Слава. Для тебя случайно кликнул. Но я заберу пока. Для ВМ. Как я не могу, у меня все забагалось. Барить Макгрегора?
Ничего нет. Аддон вернулся. Релогнись быстро, Слав. Войд, на 5-7 минут отойти надо, совет, наверное, без меня бы сидит. Привет. Счастливого пути. Фигу резал. Два трупа было. Замечания вызывают кровотечение десен. Так можно 3 минуты покурить? Надо подождать. Я пока не могу использовать. Застанем вам. Thank you.
Да, устан пока что приехал. А кто ромбик ударил, а? Две минуты тогда. А этот квест могут шарнуть? Нет, квест какой-то там квест был шарнуть. Забафайте пристань. Спасти надо там, на гребу. Мы смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Наксанан был достойным недоразумением. Силу смерти позволит Ванару свершить отмещение. Кинетику подбейте. Thank you.
Поставьте шкаф, заснуть Ягера. Я. Владимир.